я пишу год или там полтора года первую половину романа, и я пишу месяц вторую половину романа или полтора. Сейчас не нужно происходит, что все работает. Это неизъяснимый для меня какой-то процесс. Естественно, все эти диалоги, все эти персонажи, они там просто взаимодействуют так, что я просто, ну, я записываю это. Поэтому, конечно, у меня есть представление, у меня есть такой воздух, я чувствую, какая она должна быть, какая она должна быть мелодия. Ну, а выше мелодия, потом она развивается. Это что-то как музыка. Она просто начинает развиваться. За этой мелодией не стало пишет. А ты как Флабер, госпожа говорила, персонаж своих романов или наоборот? Да нет, это Флабер. Наверное, там я там какие-то отдельные, четкие людей, как будто даже там точно не сатаром не летал, где там где отражаются. Нет, там я никогда не так интересен. Я сам